Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Король Воришек. Так, что нам сделать с тобой? Ну, давай, наверное, тут можно получить, кстати, 3 звезды. Можно, если захотеть. А можно пойти и выше. Давай-ка мы с тобой... Давай здесь получим 3 звезды. Так, взломать нужно, да? А, не нужно нам ничего взломать. Так, подожди. Ага, я вспомнил. Этот уровень противный. Так. Да елки ты палки, ну зачем же ты так, Рэй, делаешь? Давай, погнали. Так, перепрыгиваем. Хоп, хоп, хопочки. И вот он, сундучок. Я надеюсь, мы получили с тобой звезду. Да, 3 звезды, отлично, ребята. Так, ну что у нас тут? Повелитель звезд. Окей. Денюжка, естественно. Как же без этого-то? И следующий уровень, давай попробуем вот этот вот. Уровень 10. А у нас с тобой 5-й, что ли, уровень всего лишь? Угу. Так, у нас что, взломано здесь получается? Так, а как здесь быть? Эта фигня ползает здесь. Ага, не успею. Слушай, а если нам... Ну-ка. Так, отлично. Вот, ребята, и... Ответик. 3 звездочки. Как с куста. Безупречно даже написали. Повелитель звезд. Ну что же, двигаемся тогда дальше с тобой. Здесь собрать. А что мы тут можем собрать с тобой? Вы нашли драгоценный камень. Конечно, конечно, я буду брать. Так, давай-ка вот так сделаем. И вот так. Пуск. Уникальное. Не надо мне никаких предложений. Все как есть, пускай и остается. Так, ну а мы с тобой... Двигаемся дальше. Уровень 11. И что же здесь сложного? А, ну, во-первых, надо взломать. С первой попытки взломал. Подожди, подожди, ты что делаешь-то? Опа, попадосик. Тихо, тихо. Да тут сложновато. Допрыгался. Так, секунду. Попробуем сейчас... Слушай, ну тут сложно, действительно. Сейчас мы попробуем немножко по-другому. Я не успеваю вот здесь вот прыгнуть. Меня вот эта вот пила бомбит. Да зачем же ты прыгнул? Так, у нас... И здоровье заканчивается здесь. Так. Опа. Смотри-ка, все у меня получилось. Блин, правда, я вот эту штучку одну не добрал. И, скорее всего, да. Звездочку мне здесь не дали. 18 ключей у нас с тобой осталось. Так, а что у нас тут такое? Чат станет доступным. А, мы же можем с тобой гильдию создать. Достигни 10 уровня. Одержи победу, каменная лига. И добудь 5 драгоценных камней из шахт. Ну, да, это, конечно, весело все. Ну что же. Давай, подожди-ка. А куда мне теперь идти? Вот сюда, да? А это почему-то закрыто. А почему закрыто, ребята, вот здесь вот? Кто мне подскажет, а? Откуда я начну? Блин, ключики тратим. Открыл. Давай смотреть. Ох, ё-моё. Ну ладно, здесь еще. Здесь еще можно постараться, да? Так, здесь прыгаем сюда. И нам нужно с тобой как-то очень быстро пропрыгать. Хм. Я сейчас кое-что попробую. Да не так я хотел на самом-то деле. Ох, ёлки-палки, ничего себе, она меня схватила. Она меня, друзья мои, схватила. Эта штука противная. Попробуем сейчас немножко по-другому. Так. Переждем маленько. Пора. Да не туда ты, ё-моё. Короче, мне надо как-то сделать, чтобы я был вот здесь, вот возле этой стены. А как это сделать? Вот она проблема-то в чем. Все равно я к этой стенке липну, а? Будто тут медом намазано. Опа, ты видел, как я? Мастерски все это сделал. Давай, давай, прыгай. Есть. Безупречно ведь, так? Ну-ка, нет. Почему-то мне не написали, что безупречно. Но зато я получил еще звездочки.
Так, я могу посмотреть, да? И получить ключи за это. Поехали. И сколько... Нет, ребята, получил какой-то камень. А, даже вот, наградушка. Понятно. Уровень 13. Ну что же, 13 так 13. Давай смотреть. Во-первых, нужно... Блин, сколько тут? Сразу же открыл практически. Так, здесь, значит, у нас две пилы плюс пушка. Нам нужно как-то с тобой поверху, скорее всего, да, все это дело замутить. А как это все сделать нам? Ох, как быстро тут снаряды летят. Ну, слушай, в принципе, идеально получилось. Ну, не взяли, конечно, с тобой вот одну вот эту штуку. Безупречно, мне дают два ключа. Хм. Следующий уровень 14. Ёпрсете, там жесть какая-то творится наверху. Да ладно тебе, на последнем, блин, все ключи профукал. Так, предположим, здесь нужно быть предельно аккуратным, потому что вот эта вот штука ездит. По-моему, безупречно у меня получилось. Плюс 8 ключей вдобавочек получил. Слушай, ну шикарно. Что дальше? А вот это что такое, ребята, у нас? Каменная лига. Раунд лиги завершен. Ваш результат 25 кубков и 1500 монет. Опачки. Неудача? Что ж, ничего удивительного. А можешь попробовать снова, если очень хочется. Если очень хочется, но я могу попробовать снова. Кто же такой Слима какой-то? Лига. А я могу в лигу именно вот играть? Лучшие игроки. И это вообще где нахожусь? Я даже не... А, вот я. На 20 месте. Собрать... А, 150 тысяч или... Будь среди первых. Советы какие-то. А как начать-то ее? Непонятно мне пока, ребята, если честно, как ее начинать. Что у нас тут? Ну, это... Мое подземелье. Личное. Так, здесь можно, по-моему, костюмчики новые, да, надеть. И мне, кстати, дали один эксклюзивный костюм. Так они написали, где он, давай-ка посмотрим. Где-то он должен быть среди подарков. Хм, интересно, может, меня обманули, а? Там такой костюм, типа андроида. Я пока не вижу ничего такого. Нету, обманули гаденыши меня. Так, а я могу улучшить трон, кстати. Здоровье. Да, конечно. У меня становится 80 хп. Так, а я могу еще могу улучшить. Конечно, давай, 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 родной. 90 здоровья у меня. А тут 5 уровня нужно, да, трон? Еще. Соточка. Так, трон у меня 5 уровня, друзья. И мне открывается вот этот вот богатый герцог. 25 тысяч, так, у меня листики есть, вот это все есть, нужно только лишь заработать определенное количество денег. 25 тысяч монет. Недешево, но оно, наверное, того стоит. Так, магические артефакты. Понятно. Так, это мы с тобой уже смотрели. Ну, где же костюмчик, да? Может быть, я просто слишком быстро мотаю и не вижу его. Он должен быть, друзья мои, может быть. Так, это мы пока не будем с тобой делать, да? Дабы не тратить наши накопленные ресурсы. Нет, друзья, не вижу. А, вот он. Вот он, костюмчик-то этот. Вот теперь я буду выглядеть вот так. Ну-ка. Андроид, ё-моё. Так, ну что, у нас с тобой 12 ключей. И я думаю, нам надо продолжать, ребята. Или улучшить немножечко свой... Можно вот эту вот муху? Слушай, ну здесь придется тратить финансы. А они мне сейчас нужны. 25 тысяч наша цель накопить. Поэтому погнали. Уровень 15. Так, что у нас? Ох, ёпрсете. И я начинаю сверху, что ли? Ну давай, вот. Нормуль. Как же тут быть-то? Ага, я, кажется, кое-что понял. Понял, да не совсем. А как тогда быть-то, эй? А ну-ка. Так, она идет вниз. Тут еще это пушка. Ну, пушка, ладно. Как-нибудь попробуем там перехитрить ее. Вот здесь меня больше интересует. Ать! Съезжай быстрее! Нет, она успевает меня догнать.
А что вот это у нас такое за банда воров? Нажми, чтобы начать. А это отключение ловушки. А как сделать? Вот это, например. А, вот оно как. Слушай, ну это прикольно. Так, а я так понимаю, она только на один ход действует, да? Куда ж ты? Ёлки-палки, я под пилу встал. Ой-ой-ой-ой. А, нет. На совсем, ребята, отключаешь ловушку. Так, у нас 68 здоровья. Вот здесь надо как-то подрасчитать. Поехали, попробуем. Да куда ж ты опять-то под пилу, господи? Ну зачем ты так делаешь, а? Ну, Рэй, ну... 20 раз на одни и те же грабли. Так, короче, надо будет прыгать. Вот так. Все. У меня получилось. С горем пополам я. А почему только две звездочки? Наверное, потому что я воспользовался, да? Отключением ловушки. Так, мы с тобой получили достаточное количество звезд. И надо смотреть, ребята, видосик. Так, и что мне дадут? Ох ты, 10 тысяч монет. Друзья мои, мы с вами приобретаем новый трон. Вот что я тебе хочу сказать. Быстренько бежим в свой замок. Так, где у нас там прокачка трона-то? А вот здесь вот. Будьте добры, мне, пожалуйста, новый трон. Вот этот вот. Этот трон имеет максимальный уровень. Да нет, подожди. Вот, что мне нужно. Создать этот трон. Конечно же, еще спрашивают меня. Ха-ха. Вот так вот, друзья. Трон создан. 5% золота, да? И 110 хп. Отлично. Так, улучшение дальше у нас требует определенных ресурсов. Нам нужно где-то их добывать. Так, заверши новые ритуалы и получи магический артефакт, чтобы активировать древний тотем. Понятно? Здесь пусто. Сохраняй и получай бесплатные артефакты. Сохраняй и получай. Так, это премиум подписки. Это все понятно. Здесь у нас что? А, большие камни. Большие камни. А где мои-то камушки? Как они вообще приносят доход? Я вот с этим не разобрался, если честно. Так, журнал защиты. Никто не нападал. В новостях, понятно, новая игра. А это у нас друзья. Редактировать. А вот это что у нас такое? В сети. Так, у нас с тобой вот камни. А вот это вот они выглядят, когда прокачиваются большими. Не в гильдии я. А чтобы создать гильдию, что нужно? Улучшение завершено. Так, умение. Вместимость золотой шахты улучшена до 3 уровня. Так, у нас с тобой 4000. Так, и что же мы можем? 20 тысяч, чтобы 6 тысяч голды было у нас в кармане. Миссии. Подожди-ка, тут что-то заблокировано. Так, дерево будет доступно после 10 уровня. Ох, ё-моё, тут вот оно как. Можно передвигать. Подожди, 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 я еще не закончил тут. Это дерево, да? На 10 уровне появится у нас. А это у нас... Так, скорость добычи золота. Так, улучшите максимум отмычек до 4 уровня. А где это улучшать все? Улучшает отмычки, увеличивает скорость их восстановления. Стопы. Ребята, а где это все? Улучшает золотую шахту. Это у меня здесь, что ли? Возвращайтесь в пятницу. Тут 2 минуты осталось, да? И у нас улучшатся вот эти вот камни. Можно, конечно, это все ускорить дело. Ага, 10 ключей у меня пока есть. Так, звездочка, цветочек, золотце, косточка. Косточка, выиграй эту наклейку в событиях. Купи за внутриигровую валюту или спецпредложение. Не хочу я ничего выигрывать. Пойдем в атаку. Так, найти противника, крадите драгоценные камни и золото у других игроков. Давай попробуем найти. Нашел, это у нас Динкаг. Блин, у него еще замок, блин, тратится на него. Нам нужно вот сюда попасть, да? Хорошо он тут обустроился, я тебе скажу. Так, и нам нужно с тобой очень быстро все это здесь дело сделать. Да куда ж ты? Вот, отлично, ребята.
У него стырил такой дроидик маленький. И получает 3 звезды. Безупречно, плюс 3 ключика я себе возвращаю. Слушай, прикольно. Бомбанул кого-то там. Так, ну что, мы можем с тобой пойти на 16 уровень. Можем же вступить. А что нам дает, ребята, а? Моя гильдия. Для того, чтобы создать гильдию, что нужно? Я не могу ее, что ли? Так, вступите в гильдию или создайте свою, чтобы участвовать в битвах гильдий и выигрывать ценные призы. Создать гильдию. Что для этого? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. 200 тысяч надо? Голды? Слушай, ну это 200 тысяч голды, это ж сколько я тут должен бомбить? Ладно, пойдем с тобой на уровень 16 сходим, прогуляемся. Ой-ой-ой, сейчас все ключи тут сфейлю. Нет, со второй попытки. Смотри-ка, как тут сложно. Ёпрасоте. Так, предположим. Идем сюда. Ага. Ну, блин. Да как же так быть-то? Зачем ты прыгнул, а? Давай так попробуем. Ать! Не прокатывай такой вариант. А тут вообще реально хоть так сделать-то? Я так и буду прыгать. Попробую сейчас кое-что. Нет. Слушайте, друзья, тут не вариант. Тут либо прыгаешь на снарядик на этот. А, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Задержаться маленечко, да? Если я, например, прыгну. Вот. Наверху подбило, а? Тут все рассчитано. Понимаешь? Ну-ка. Подожди секунду. Зачем я так делаю, а? Ведь вижу прекрасно, что летит, но я уже не могу отменить. Понимаешь, тут либо прыгать, либо просто падать. Может быть, даже лучше просто упасть. Ну-ка. Так, секунду, секунду, секунду. Да чтоб тебя. У меня здоровье-то уменьшается, друзья мои. И чем меньше здоровья, соответственно, тем меньше награда. Опа-на. А что эта пушка отрубилась? Сама по себе. Почему она отключилась, ребят? Я не знаю. Видимо, меня пожалеют. Всего лишь 27 золотых я получил. Ну, это копейки. Но зато, друзья мои, я получаю новый уровень. 10 ключей и плюс 5 вот этих вот самоцветиков. Уровень 17. Что-то мне подсказывает, что здесь мне не рады. Совсем не рады. Ну, пожалуйста. Ну, взломайся ты быстрее. Ну, все ключи, да, сфейлил практически. Так, а что здесь сложного? Муха, а что муха делает? А? Что она делает? Она за мной охотится. Да отвали ты, несчастная муха. Слушай, ну это опасно. Она летает прям за мной, прикинь. Я ничего не могу сделать. Так, голдишка. Опа, мы опять с тобой накопили. Ну и что мне дадут на этот раз? 30 тысяч золота. Слушай, прикольно. Уже что-то. Так, ну что, двигаемся тогда дальше. 18 уровень. Опачки, и тут муха. Друзья, она меня сейчас будет ловить. И это как мне нужно? Здесь пропрыгать, здесь, здесь, потом наверх. Ого. Какой я попрыгун. Не понял я. Да отвали ты, блин, противная муха. Вот докопалась до меня, ты посмотри. Ловит и все. Попробуем сейчас от нее убежать. Есть. Обманул я эту муху хитрую. Отлично, забираем награду с тобой. Уже практически 40 тысяч скоро будет, ребята. А мне нужно 200 тысяч для того, чтобы создать собственный клан. А многие подписчики просили меня: Рэй, создай клан, и будет тебе счастье. Будем участвовать в гильдейских разборках. Было бы, конечно, посмотреть на это. Ёпрасоте, нифига тут. Вы серьезно? Опс, попадосик был. Да чтоб тебе. Да ну хорош. Да чтоб тебя, а? Как быть-то? Вот сейчас, наверное, надо прыгать, да?
Я попадаю прям под патрон. Ну-ка, давай вот так вот попробуем. Опа. Опа. Вот теперь все замечательно. Блин, ну, правда, получаем с тобой только две звезды. Но все равно это плюсик, согласись. Следующий уровень 20-й. А кто-то мне говорил: Рэй, не газуй. А что я должен еще, ребята, сделать? Искать противников, набивать голду? Может быть, так вы имели в виду? А я могу, например, вот у меня сейчас нету ключей, просто искать противников и... Могу. Нет, не могу, ребята, у меня не хватает, опять же, ключей. А вот эти гемчики мне нужны или нет? Наверное, нужны были для чего-нибудь. Так, ну что, смотрим, я начинаю отсюда. Ать, понятно. Да чтоб тебе, ну... Да... Вы издеваетесь, что ли, надо мной, эй? Предположим. А как тут-то быть, смотри. Мне надо перепрыгнуть. Чё-то я, если честно, даже не... А, вот, наверное, как понял. Нам надо сюда перепрыгнуть. Да что же ты делаешь-то, а? Касатик. Так, перепрыгиваем. Плюс вот эту штуку надо как-то успеть перепрыгнуть. Отлично. И что мы там стырим? Три звездочки, окей. Ну, я считаю, неплохо, ребята. А 20 уровень, давай будем его все-таки бомбить с тобой. Нам нужно... Взломали. А эта гадость уже тут. Ага. Погоди секунду, не пойму. Слушай, а тут сложно. Ну, например, я как бы так перехитрил. Ага, перехитрил. Опачки. И я в дамках. Такой мелкий. Как я выгляжу в этом костюме, прикольно. Безупречно, мне дали один ключик. 21-й, друзья мои, уровень. 21-й. Муха еще. Блин, да сколько же у вас тут... Сколько у вас замков-то? Ну, здесь будет... Слушай, а муха-то за мной охотится? Посмотри. Она так и ждет, чтобы я появился, да? И я все-таки перехитрил всех. Перехитрил и, как говорится, успел сюда прибежать. 7 ключей, безупречно. Совсем другое дело. Ну что, нам надо, ребят, смотреть. И что же я получу? 15 ключей. Вот это я понимаю, вот это награда. Ну что же, друзья, 22 уровень у нас с вами. Я начинаю отсюда, да? И мне надо вот здесь. Ну тут замков, блин. Есть, хорошо получилось. Ну что, попробуем, как-то быстро нам это все нужно сделать, твой. Понятно. Погоди, а... Ага, вот так вот. Слушай, эта муха... Она до меня докопалась. Ну, есть. Чудом, чудом, ребята, успел. И это круто. 45 тысяч. Так, что у меня здесь в замке что-то уже сделалось, по ходу дела? Ага. А ритуал завершен. Собрать. И если у тебя закончится место в инвентаре, или тебе просто захочется навсегда спрятать свой камень от других воришек, ты можешь сохранить камень в сокровищнице. Попробуй. Отправь камень в сокровищницу. Так, сейчас, подожди, соберу здесь. Новое место, ребята, я на 19 месте. А как убрать в сокровищницу? Где сокровищница? Ну, предположим... А, вот здесь вот, что ли? Сохранение камня. Никто не сможет украсть камень из сокровищницы, но это будет тебе стоить немного изумрудов. Вы действительно хотите поместить этот камень в сокровищницу? Так, ваш рейтинг сохранится. После переноса камень нельзя будет ни украсть, ни вернуть в инвентарь? Так. Ага, смотри-ка. Оу. Чем лучше камни, которые ты складываешь в сокровищницу, тем выше цена. За ритуалы с более ценными камнями можно получить больше изумрудов. Понял, Джеффи? Этот артефакт содержит уникальные камни. Давай, доставай их.
Давай, достанем, посмотрим. Собрать. И... Ух ты. Это уникальные камни. Они потребуются тебе для древнего тотема. Ты знаешь, что это? Нет, конечно. А что ты мне объяснишь хоть, что это такое? Так, ненасытный... Ой-ой-ой-ой, куда это меня? Представляешь, с самого начала прямо под твоим подземельем находился этот древний тотем. И если пожертвовать уникальные камни и изумруды, ты сможешь выучить заклинание и получить силу древнего тотема. Я покажу тебе, как активировать заклинание. Давай попробуем выучить это заклинание. Давай. Это заклинание имеет временный эффект. Когда он пройдет, ты сможешь выучить это заклинание заново. Но некоторые заклинания дают постоянный эффект. Такие заклинания имеют несколько уровней и становятся сильнее с каждым из них. Собирай уникальные камни, получай изумруды, изучай заклинания и побеждай своих соперников. Так, поиск противников не требует золота. Ага. Так, активировать спасателя. Ребят, нам нужно вот столько вот изумрудов, чтобы получить навык спасателя. Дает 20% шанс автоматически вернуть камень. Опытный воришка. Так, но прежде чем активировать, нам нужно еще и вот такие вот собрать штуки. А для этого нужно прокачать камни и складывать их в сокровищницу. Так, собрать. Что у нас здесь выпадет? Вот, видишь, где мы с тобой собираем эти штуки? Понятно. Угу. Ну вот, потихонечку, ребята, мы с вами еще что-то получаем. Так, активно. 23 часа, да? Неудержимый воришка. Хм. Временный эффект получается. А я больше не могу, да, сохранить камни? Подожди, а почему здесь вот отмечено, что я что-то могу сделать? А, вот. Вечный тотем. С шансом 5% сломанный тотем можно восстановить бесплатно. Или вот щедрый тотем. Шанс 5% получить один бонус магических предметов. Давай выучим, наверное, с тобой, да? Вам нужно больше уникальных камней, чтобы выучить это заклинание. Откройте магические артефакты, чтобы получить уникальные камни. Ага, все, я понял, ребята. Не так все быстро, мне же нужно, действительно, я же думал выучить. А вот эти-то не забывай, что элементы нужны. Не все так просто, оказывается. Блин, ну все равно тут отмечено, что я могу что-то активировать. Нет, ну у меня, конечно же, не хватает гемов. Давай тогда посмотрим, может быть, что-то у нас есть, и мы уже можем с тобой сделать. Скоро появятся новые заклинания. Угу. Так, ну я получил какую-то вот эту вот палочку, поэтому я ничего не могу здесь, ребята, сделать. Так что пора нам, наверное, дальше бомбить. Так, и складывать все-таки камни как-то нужно, я не совсем, ребята, понял, если честно. Не до конца. Мы с собой собираем, да, и лучшие камни можем сохранить. Слушай, я могу муху свою прокачать? Могу, да, 3000 голды нужно потратить, но я хочу накопить на гильдию. Я думаю, что это будет лучше. Так, а мы с тобой переходим на 23 уровень. Ого. Две пушки там, друзья мои, бомбят. Да хорош, серьезно что ли? Опа, а как? Ого, ничего себе. Вот это фокусы, ребята. Да ну хорош. Да. Ты серьезно? Да блин. Вот это лютость. Надо было перепрыгивать сразу. Да тут сложность какая-то идет. Офигенная. А, пушку ну выключили, ребят. Теперь попроще будет. Теперь даже я бы сказал не то, что попроще, а вообще проще простого. Так, я хочу... Блин, я хотел подобрать вот этот вот... Ай, элементик. Не успел. Не успел. Ну и, соответственно, награда у меня вообще ничтожная. 24 уровень. Я начинаю... Подожди ты, я начинаю. Надо вначале взломать это подземелье. Начинаю я отсюда. Ох, ёпарасоте. Ну, предположим. Да куда ж ты прыгаешь? Нельзя внизу находиться, ребята. Это чревато. Как же нам тут сделать-то?
предположим, здесь здесь перепрыгнуть надо, потом тут еще как-то успеть. Рычит она там мне, понимаешь, это квазибяка. Да че ж, зачем? Вот нельзя падать сюда, ребят. Если ты падаешь, все. Так, подожди. Что я тут творю, а? Есть. Фух. Как этот, как сайгак, ребята, прыгал там среди ловушек. Блин, даже 50 тысяч не могу накопить. О, звездочки. И что я получаю? Ага, опять же эту штуку, у нас уже две. Ну что, давай, наверное, с тобой еще один уровень попробуем пройти на сегодня. Ой-ой-ой-ой, там муха. А, у меня закончились, ребята, ключики. Какого 7-го уровня? Да она, наверное, меня будет преследовать. Просто жесть как. Это мне надо будет здесь сюда выпрыгнуть, потом как-то сломя голову убежать, эту муху перепрыгивать. Я не знаю. В общем, дорогие друзья, на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!